Хоть и 1 апреля, но рейд совсем не шуточный, а очень даже серьезный. Комиссия посетила стоматологические клиники города. Им было рекомендовано перейти на особый режим работы и оказывать только экстренную помощь. Сейчас вот по экстренной 2 звонка, и вот по, не ждали на одну неделю, а по 13 число полностью на самоизоляцию закрывается. Объявление висит на сайте, все есть, все вывесили, и вот в таком плане, до особого распоряжения. Некоторые стоматологии на момент проведения рейда оказались уже закрыты. На дверях объявления о временной приостановке деятельности. Другие, если и работают, то в особом режиме. Мы работаем в режиме неотложной помощи. Приходят пациенты только с острой болью, принимают два доктора, хирург и терапевт, чтобы снять острую боль или удаление. Обрабатываются все поверхности дезинфицирующими растворами. Трилокс или раствор для обработки рук пациентов обязательно. Бахилы даем индивидуально, после чего руки пациента обрабатывают. Воздух обрабатывается бактерицидным рециркулятором, поверхности дезинфицирующими растворами каждый час. В связи с введением режима полной самоизоляции и в целях снижения риска распространения коронавирусной инфекции на особый режим работы перешла и городская стоматология. С 1 апреля в городской стоматологической поликлинике города Нефтекамска помощь оказывается в неотложной форме. Предварительная запись на плановый прием не проводится. Отдельно хотелось бы сказать, то, что люди, которые были ранее записаны, могут прийти, им окажется помощь. Связаться с заведующей стоматологического отделения можно по телефону горячей линии 8 917 049 31 03. В поликлинике подчеркнули, что не примут тех, кто контактировал с прибывшими за границей менее 14 дней назад. А пациентам старше 65 лет при отсутствии необходимости срочного лечения рекомендуют перенести визит к стоматологу. Марина Медвинская, Валерий Зазулин. Время новостей.